Вот это наши вылупы. Так, три гусенка. Еще гусеночек вот. Пойдем доиться. Мась. Я станок для козы променяла вот на такую лавочку. В принципе, так тоже удобно доить. Маня. Пойдем туда гулять. Вот нравится ей по ограде ходить. А клубничку ест. Мы как-то в этом году на эту клубничку забили. И тут даже все вытоптали, и никакой клубники даже нету. Мань, пойдем. Куда ты полезла в доски? Маня, пойдем. Уходит от меня такая очка. Манька. Пойдем, я там тебе место подготовила. Кормить надо, их уже кричат. Пойдем скорее, надо овечек кормить. Угу. Вишня, да? Зеленая. Ау! Что, тебя к вишне привязать пока что? Поешь тут? А то не дай бог ты вот туда перелезешь к соседям. Лучше тебя привязать. Что, туда пойдешь? Не будешь тут тусоваться? Маленько пожевала и дальше. Ну все, пойдем тогда туда. Тут будешь. Ладно, давай я тебя тогда здесь оставляю. Козюлька. Это у тебя что, специально, чтобы овечек доить, да, станок? Кстати, писали в комментариях, расскажи, пожалуйста, как ты делал станок для козы, для доения. Кто-то спрашивал. Четыре ножки, платформа и вот такая вот, типа, загибулина, чтобы она голову туда заделывала и там кушала. Система простая. Ну, в принципе, я вот сейчас ее на лавочке даю, мне, в принципе, удобно. Главное, чтобы она повыше была, то есть, то, что коза, она маленькая, видимо, размером, поэтому для нее делают такую возвышенность, чтобы человеку было удобно ее доить. А корову так не ставят, потому что она большая. О, сливы, Одна. Все, сейчас поедем на сенокос. Вот я и пришла домой. Сейчас нужно будет включить воду, чтобы наши гуси искупались. Давайте маму полоснем.